Всем привет, это Геленджик Лайф, всем, кто любит солнце и море, большой-большой привет. Сегодня у нас уже 3 сентября и до очень значимого для города события, а именно, я имею в виду авиашоу, остаются считанные деньки. Сейчас, буквально вот в течение получаса, к нам прилетела пилотажная группа «Стрижи», также мы ждем русских «Витязей». Вот перед вами вы можете посмотреть сейчас. Они расположились и обсуждают, я думаю, план полетов. Я думаю, также будут проходить тренировочные полеты. Я думаю, мы еще посмотрим их во всей красе. Показываю вам наш геленджикский аэропорт и вид на Геленджикскую бухту. Это были вот коротенькие новости на сегодня. Но будут еще видео, так что не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока, солнечного настроения!